Всем привет, с вами Ольга Чернова. Вот сегодня утром пошла посмотреть, как чувствуют себя мои питомцы. Видите, снег на банках. В 5 утра выходила свечки новые зажигать, было минус 3. У нас в эту ночь замерзла даже трава, видите, до сих пор иней. Все одуванчики померзли, лопухи. Вот здесь я еще не убирала сорняки, видно, что кругом мороз. Банки пока не открываю. Но возможно, что был такой мороз, что замерзли помидоры даже под банками. Их не спасли банки. Очень было холодно. Оно как местами, какое-то место ничего, а какое-то прям вся трава даже замерзла. Видно, что там томатикам не очень хорошо. Скорее всего, эти листья, которые сейчас на них, они все как отмерзли. Но главное сохранить стебель. Потом отрастут новые листья. Ой, кошмар. Свечи помогли второй раз. В теплице была свеча у меня. Свечи горели. Тут у нас тоже все было укрыто. И вот эти бедные ринеты, которые я показывала, что хорошо растут, они все у меня вот в таких колпачках. Я еще не открываю, потому что очень холодно. Но что странно, я вам говорила, что оставила на пробу 3 штуки неукрытые. Вот там в банках, даже в банках замерзли. Но вот здесь ринет, он стоит, и у него признаков обморожения нет, потому что я знаю, как обмороженные выглядят растения. У него целые листья мягкие, даже капуста замерзла. Я не пойму, в чем секрет, но вот этот ринет почему-то не замерз. И вообще. Или он такой холодостойкий, или это что, не знаю. Сейчас посмотрим, как в пакетике себя чувствует. В пакетике тоже хорошо перезимовал. Ну вот, кстати, который был без пакета, выглядит даже лучше, чем который в пакете. Этот взмок маленько. Вот так мы пережили ночь. Минус 3 градуса. В теплице, до которой невозможно дотянуть электроэнергию, у меня горели свечи, до сих пор еще горят некоторые. Сейчас затушу, и нам обещают еще одну ночь. Вот здесь все столпились, мои питомцы, как сельди в бочке. Все спасаются от морозов. Но пока перезимовали эту ночь, еще одна ночь нам предстоит. Все, до свидания. Я просто обещала показать, как переживут растения эту ночь. Вот странно, что ринет, вот показала вам на удивление, при минус 3 почему-то даже не замерз. Хотя капуста замерзла у меня второй раз за сезон. Вся прозрачная была и вся в инее. Сейчас она, правда, инее прошел, но она такая бледненькая, прозрачная. Будет этот лист, наверное, отмирать, а новый нарастать. Всем удачи! Все пишут, что холод у всех, снег, всем пережить нормально холодную погоду. Нынче весна ужасная. Первый раз в моей жизни так долго, по несколько раз за сезон мы все замерзаем. До свидания.